Биткоин превратился в эквивалент ценной бумаги, что делает его неподходящим для проведения моментальных платежей, как это было ранее. Например, 23 января 2018 года проведение транзакций занимало примерно 1900 минут, вместо 20 минут, как это было в 2017 году. Том Карло, менеджер компании Stripe, разместил в блоге запись, что компания прекращает поддержку платежей в биткоин. Эмпирически все меньше и меньше случаев использования, для которых прием или оплата платежей с помощью биткоина имеет смысл, пишет Том Карло. Обработка биткоина в Stripe будет полностью прекращена уже в апреле этого года.